Этой песней вокальный эстрадный коллектив «Десерт» покорил жюри международного конкурса фестиваля искусства и творчества «Сочинский триумф». Юные звездочки привезли с собой сразу несколько дипломов лауреатов в разных номинациях. Результаты для некоторых участников поездки потрясающие. Впервые в истории «Десерта» у нас гран-при привезла солистка, а также свое мастерство подтвердил «Десерт», став лауреатом первой степени. Ансамбль стал лауреатом первой степени. Два у нас лауреата второй степени, два лауреата третьей степени. Таким образом, вот 6 лауреатских дипломов. Сочинский триумф удался. География конкурса фестиваля весьма обширная. В зимнюю столицу России съехались коллективы из разных уголков страны. Выступления оценивали высококвалифицированные специалисты, деятели искусств, заслуженные артисты России, преподаватели высших и средних учебных заведений искусств. Судили строго, но справедливо. Большим событием для коллектива стала победа вокалистки «Десерта» Виктории Тюриной. За высокое исполнительское мастерство нашей юной певице вручили высшую награду конкурса – гран-при. Это было очень неожиданно. Прям после того, как нам Анна Александровна рассказала, что было очень строгое жюри, и у нас уже просто не было надежд. Для участников «Сочинского триумфа» организаторы подготовили и развлекательную программу. Ребята побывали в аквапарке и совершили экскурсию на Красную Поляну. Сейчас у «Десерта» нет времени расслабляться. Впереди участие в 3-м Всероссийском фестивале детского и молодежного творчества «Траектория мысли», который состоится уже в следующие выходные на сцене Дворца культуры «Современник». Удачи юным звездочкам желают Алина Храмова, Сергей Путинцев и телерадиокомпания «Заречный».